заходить, чтобы бросать вот в этих пределах. 2-2,5 метра это максимум. 2,5. Опять ставим ромбик в полете. Смотрим на мяч, сбиваем мяч по верхней части и оставляем взгляд наверху. Потом, подойди, подойди. Еще. То есть подброс то же самое. Не делайте далеко от себя. Вы лучше компенсируйте здесь не длинным разбегом, не длинной напрыгом. Кистевое движение. Сверху вниз, по верхней части мяча. Да? Не нужно сильно бить. Здесь смотрите, смысл какой. Чем сильнее вы пытаетесь ударить по мячу, тем подсознательно вы будете больше использовать плечо. Чем больше вы используете плечо, тем хуже работает кисть, потому что она раскрывается. Да? Когда вы плечо здесь перестаете использовать, оно как бы на препятствие натыкается. Да? Вот вы разгоняете, представляете, здесь препятствие. Пум, кисть закрыл. Все, вы нападаете сверху вниз. Плечо пошло, кисть открыл. Плечо не пошло, кисть закрыл. Мы в момент, когда касаемся мяча, останавливаем плечо, работаем кистью. Опять делаем 2 серии по 5. Один нападает,